В Южной Корее нелегально трудятся более 10 тысяч казахстанцев. Их права совершенно не защищены, так как работают нелегально. Об этом и жилисмен Елнур Бисимбаев заявил в ходе депутатского запроса, направленного заместителю главы правительства Мухтару Тлеуберди. Наши соотечественники тайно выезжают за границу, оформляя туристическую визу. Некоторые наши соотечественники гибнут в этой стране от болезней и травм, так как не имеют права на бесплатную медпомощь. Стоит отметить, что Южной Кореей законодательно урегулированы трудовые миграции 15 стран, таких как Кыргызстан, Монголия, Узбекистан, но в этом списке нет Казахстан. По данным Министерства иностранных дел Казахстана, в 2020 году почти 10 тысяч наших соотечественников находилось в Корее нелегально. В этой связи мы считаем, что правительству необходимо взять этот вопрос на особый контроль и в кратчайшие сроки проработать возможности легального труда казахстанцев в южнокорейском государстве.